своей любимой академии музыки, в которой, я дала или взяла сколько лет? Так, 5 плюс 5, 10 и еще 2, 12, 13 лет жизни. Я желаю процветания. Я желаю, чтобы здесь была творческая обстановка, настоящая, чтобы была открытость, чтобы была свобода, потому что, как говорится, птицы в неволе не поют, а поют они там, где есть здоровая конкуренция, там, где есть какая-то коллегиальная поддержка друг друга, потому что мы все друг другу не соперники, не конкуренты, мы коллеги, и надо дружить, и надо друг друга поддерживать в любом состоянии и в любом случае, потому что жизнь, она очень сложная. И вот эта дружба, которую вот лично я пронесла через годы учебы, она потом помогает, и она всегда, всегда этот мир, он очень важен. А вам желаю всем быть открытыми для новой информации, для творчества она просто необходима, потому что нет какой-то единой правды. Есть правда здесь, 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 и вы уже сами выберете то, что подходит именно вам, потому что творчество — это такой процесс, его нельзя под какой-то алгоритм подложить, это все очень индивидуально. И я всегда открыта, чуть что, пишите, звоните. Поздравляю с юбилеем мою замечательную академию.